Как дела, народ? С вами Джесс, и сегодня мы с вами продолжаем дальше проходить The Walking Dead Season 2, эпизод 2 уже вышел. Долго мы ждали второго сезона, разработчики нам обещали каждый месяц выпускать, но прошло, в принципе, больше месяца, наконец-то оно появилось. Я зашел, посмотрел, докачал дополнение, сейвы у меня оставались, я хотел, в принципе, удалить игру, но ждал, надеялся, что выйдет, поиграем, запишем. Ребята, вы мне писали, проходи дальше, жду, когда, ну, The Walking Dead, дальше будет новая серия. Вот, наконец-то появилось, так что, собственно, поехали уже. Сейвы все на месте, ничего не трогал, вот у нас тут же доступно. Так, слот хранения можно сменить. Так, давай-ка вот сюда, наверное, вот, типа мы засейвились, вот, и new, так, я нажал, собственно, пошла заставка вроде как, да, персонаж, так, первый, ходячие мертвецы, сезон второй, основной, так, окей, я не буду ничего менять, просто продолжаем, ребята, продолжаем, я долго ждал, реально, очень мне эта тема вся понравилась, так, купить, играть сезон 2. Он у меня уже есть. Так что поехали, ребята. Что, окей, я не понимаю. Типа, окей, я что-то нажал. Надеюсь, сейчас оно все там подконнектится. Так, ну, конечно, будет на английском. Вся эта тема сейчас еще. Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. Там вроде русские субтитры были, я забыл вроде выставить, блин. I'm by myself. Bullshit. Krista, run! Полный бред. А, я помню, это было. Да-да-да-да-да. Мы упали. Потом мы прятались. Да-да-да-да-да. Это было собака, зомби. Когда мы чуваку воды не дали. Мне потом писали в комменты. Да ты, как и остальные 80% людей, не дал ему воды. Вот так вот. Я такой нехороший. А эти тоже были вроде бы. Когда мы выбирались еще, типа, с этого, с погреба, что ли, с подвала. Тоже тема такая была, когда руку зашивали прямо вот так вот. Maybe I could stay here for a little bit, if that's all right. I've got no problem with it. Jesus, Mary and Jesus. Охота, да. Jesus, man. You're Carver, what did you do? Что произошло, это бойня? You were in the woods with Krista. Please. Во-во-во, бэм! I'm fine. I'm fine. Just lost my. Потом мы выбирали, кого еще спасти. Да-да-да, его укусили вроде бы, там что-то такое было. Хотя у того же нога пор... Ну, поранена была, вы видели? А мы уже принимали такое решение, кажется. Или заново. А, да-да-да-да. Бам, этого. Игра, кстати, ребята, я на PC, не на консоли, сразу говорю, чтобы никто ничего не думал. Просто сейчас я смотрел, американцы играют на PC, выкладывают ролики. Я нет. Так, Ник. Он убежал, получается, да? Окей. То есть он просто как смотался от нас и все. А мы тоже убежали, по сути. ФРС. Я думал, ФБР, типа, знаете. ФБР, восстали. И пошли на поиски своих утерянных штанов. Геймс представляет. Ну, это предусловие было, что было в предыдущей серии. Вот. Сейвы подконнектились. Ходящие мертвецы. Продолжение. Но они делали дольше обещанного срока, так что, я думаю, тема будет еще вкуснее, еще интереснее. Да, он сам не разочарует. Чё ты сегодня запинаешь? Так, это надо после Слендера. Так. Вот очередная головоломка у нас. Well, типа, нам нужно как-то отсюда выбираться. Типа, завести машину, что-то уехать. В этом плане он сказал. Ему еще ногу ранили, да? Надо что-то, типа, найти такое. Чтоб перебинтовать тебе ногу, чувак. Типа, посмотри, что тут вокруг есть. Ух ты, будет тяжелее отвечать. Come on out and say it. What are you going to do? Hand me that there. То есть все-таки, да, ну, надо это делать. Shot. Типа, ты серьезно, чувак, говоришь это? I got nothing to lose. Other than my piggly wigglies, of course. Типа, надо это сделать. Пипец, сам сделаю.
О, господи, чувак, ты серьезно это будешь делать? Боже ж ты мой. Твою ж мать. Нет, он этого не сделает. Блин, out like a stuck pig. What are you gonna do? Carry me out of here on your back? Он это не сделает, ему надо. Just give me. Типа, подожди, подожди, боже мой. Дайте мне минуту. Ой. Я просто, знаете, не захотел ждать, пока выйдут субтитры, там все это сделают, решил пораньше первым записать. Так, значит, можно позырить в окошко, ну там их очень много. Но он передвигаться не сможет, он тут останется, я думаю, все-таки. Я не думаю, что он пойдет. Он... Мышка, надо сейчас чувствительность вернуть побыстрее, хотя... Ну ладно, нормально. Он останется, я думаю, он не пойдет с нами. Как-то прикроет нас, может быть, пожертвует с собой, там, не знаю, часы. Роликс. Это, кстати, золотой роликс вроде, да? Так, дальше что у нас есть? Водичка. Anything in that? Sorry, it's empty. Damn. Тогда воды ему не дал тому чуваку, который лежал. Да-да-да, как-то зажлобился, что ли. Но он нас пытался убить с этими сам. Я такой, типа, окей, не буду. Так, часы, зажигалка, хаммерхед. Хаммер у нас есть. Вотер, H2O, бинокль. Так, а ну-ка, посмотрим, что мы тут можем нашаманить, а? Может, мы сможем завести эту тарантайку и поехать прочь? Хотя, все возможно, радио. Можно сейчас что-то врубить такое, послушать. Тан-тан-тан. Не-н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 е, давай обратно. Там ключи от машин, то есть, ну, не факт, но мы можем завести. Давай. Все. Raid cold. Типа конец. Что это? О, господи, мы не сможем завести эту тему, да. Тогда нам остается с тобой, чувак, поговорить. Что? О, там в посылке что-то тема какая-то была. Типа, нужно остановить кровотечение. Нужно бинтить. Ага, вот это мы резать не будем точно тебе ногу, чувак. Серьезно, можно ж... Red is cold originals. А, это сигареты, господи. Give me one of those. Probably tastes like pine tar by now. Ну давайте. Will you show me how to do it? Hell no. Why not? Ellen Breslin, San Bernardino Boarding School, June 63. One pack and I was hooked. That broad couldn't kiss worth a damn. Got a light? У нее хоть спички... А, у нее зажигалка же была в кармане, да. Давай, дай ему прикурить. А что еще остается? Что-то как-то неровно картинка, что ли, идет, не знаю. Как подлагит. Вы заметили, ребята? Нет, вроде. Че нормально идет, фиг его знает. Так. Ну давайте что-то делать. Хватит сидеть и курить. Вредно для здоровья. Тебе и так поранили, чувак. Ты еще тут куришь. Ну, в общем, мы решили тут остаться, как я понял. То есть, не пойдем никуда. Просто остались ночевать тут. Ты бы хоть или ногу отпилил, я не знаю, серьезно, как-то... Потому что ты заразишься, мне придется от тебя отбиваться потом. Там пару часиков, и ты становишься зомби. Кстати, он, наверное, уже станет зомби. Блин, кажись, уже стал зомби. О, господи. Сейчас придется что-то брать железное, отбиваться от тебя, чувак. Где моя мышка? А, сейчас нельзя еще крутить. Так, возьми-ка эту тему. Ой, все-таки надо было ему ногу отрезать. Потому... Ну, хотя бы он от кровотечения истек. У нас ни бинтов не было, только сигареты. Что, фильтрами, что ли, впитали бы это самое? Но мы можем, типа, подойти, я не знаю. Так, так аккуратненько подходим. Подходим. Что тут у нас? И? Players. Life. Rate. Типа, paid. Paid. Ты еще там, ты еще живой, Пейт. You life, man. I feel like 10 pounds of shit in a 5-pound sack. Jesus. Stuck in this can the whole damn day. You wanna hear something funny? I've been thinking.
Отсюда, Игорь, чувак, не надо было курить. А я тебя предупреждал. А ты меня не слушал, а? Так, ну давайте уже серьезно чем-то займемся, там, типа... Would you promise me you'll watch out for Nick? Nick? I love that stupid kid. Anyway, no matter what you think, him. He is a good boy. He's been playing a tough. Ну, наверное, так типа скажу, не знаю. Может, я правильно ответил, не знаю. Promises. Я в тему слово вставил, да? Типа, ну, они говорят о том, что он выжил, там, типа, почему ему не помогла, что-то в этом плане идет. Такой диалог. Ты бы лучше, чувак, сейчас о себе беспокоился, о своей ноге, потому что... А, зомби уже ушли, смотрите. Ага, сейчас уйдут они тебе. I'll buy you some time. Спасибо тебе. Thank you, Pete. You go find my nephew now, right? То есть ты сейчас хочешь, как их это самое, чтобы я побежал, что ли? And run straight to the woods. Just keep moving. All right. То есть очень быстро, типа. Сейчас прям надо будет, да? Да не сможешь ты машину завести. Типа, ну давай. Они сразу стали стекаться сюда. Ну, я не понял, только вот... Зачем? А, типа на себя звать? Да-да-да, ну я так и знал, по сути. Эй, осторожно, ёшкин кот же. Тихо, опс. Опс, мы прыгнули, слава богу, у нас получилось все, да. Ну, мы должны были это сделать, то есть... Потому что мы бы умерли. И умер тот чувак. Ну, он и так был зараженный, по сути. Он отказался себе ногу резать, он не смог. Тот первый. Все, что осталось. А что осталось? Автор сценария и так далее. Режиссеры... То есть это как было предвеселое, еще игра сама не началась. Интересно, ребята, интересно. Так, подождите, она пришла просто как домой. То есть там зомби, она как... Клементайн. А, эти те люди, которые вели как бы ее. Подожди. Attack, I don't know. We got attacked. By who? Walkers. Jesus. Отбивалась от этих самых, она сказала. Тот чувак погиб. Where were you? Моего. Where were you exactly? Down by the stream. We gotta go. Just hold on a minute. My husband is still out there. Get the gun. Get the gun. Bitch. А ну как быстро тащи сюда пушку, мы будем отбиваться, она сейчас приведет всю стаю сюда. Damn it, Luke. Тащи сюда ствол, нюк. Шотган, я пойду сама с ними разбираться. Фига себе, беременная женщина с этим самым сейчас пойдет с ружья, это американская. И он такой типа промолчал. Просто закрой все двери, закройся, не выходи и, в общем, не высовывайся даже. Вот и все, по сути. Они пошли разбираться, пошли как бы типа спасать его. Чиз, бум, я чуть не испугался, реально. Кстати, люблю такие фотоаппараты, классные вот эти вот, сразу прям, раз и фоткать тему, вот это да. Так. Сэр. Ну типа как они подруги, господи, дурачатся сидят. Ну а что еще делать, правильно, там же зомби на улице ходят. Не думают о выживании, вообще ни о чем не думают. Сидят тут такие, играют в компьютер, блин. Как и я. Так,
fine. You're scaring me. He'll be fine. Типа, все нормально. Ну, типа, ты серьезно? Да какой там серьезно? Улыбка сразу. Ну, может, он выживет, я не знаю. Пошли на охоту. Называется. Того чувака точно, наверное, убили уже. Потому что тут убежал. Наверное, недалеко убежал. Мы умеем пригинаться на кнопочке влево-вправо. А, у нас есть мышка. А у него, наверное, нет. Его, наверное, уже убили. Хотя не факт. Вот. Ну, не знаю, сериал, честно, интересен мне смотреть. Может, потому что такой прорыв, такой был долгий перерыв в The Walking Dead. Вот, The Walking Dead. The Walking Dead. Я не могу туда пройти. What the fuck, man? То есть, пауза. Просто пауза, как бы, и все. Ладно. А, тут типа сцена. Там кто-то ходит. Блин, у меня нога же зачесалась не вовремя так. Надо этот самый управлять. Ну, давайте посмотрим. Там кто-то ходил, он уже прошел. Так что... Она, этот же, как его, этот чувак, он же сказал, типа, закрой все. Не бусовывайся никуда. Ты нет же, выглянула. Уже такая на картах. Все боится. Смотрите, аж трясется вся. Сейчас так и за... Нет, я сюда не могу... Я к нам не могу подойти ближе, ладно. Обойдем диван. Обычно через диван прыгают, я знаю. Что, телевизор теперь мешает? Вы серьезно? А может тут есть кнопки типа какие-то? Может поклацать, я не знаю. Смотрите, я пытаюсь к нам подойти, вот. Я пытаюсь подойти, она не хочет. А, тут, смотрите, можно в шахматы поиграть. В шашки. Пауза. Да какая пауза? Давай играй. Не, не хорошо. Ну ладно, я предложил, смотри. Чтобы как-то скрасить... Это кто типа такой? Типа я его не вижу, ай. Тихо, тихо. Бум, как крипер. Что ты делаешь, а? Это что, типа, за полоска такая? What the fuck? Have gone, Who are you? How are you, man? What the f... That's right. My family and I are set up a ways down the river. Kind of surprised we haven't run into each other yet. What's your name? Типа, что-то лесник, что ли? Я не понял. Я так понимаю, Карли? Clementine. Клементайн. Well, look just like... just like a Clementine. Типа, я тут все гляну. Ну, коп, короче, что-то, да. I've been out all morning and this heat has got me cooked. Типа, вали отсюда. Please leave? Эй. Shut up, bitch. Эй, ты что там? Ты что, мою рыбу решил потрогать, а? Мы... телевизор, гляньте, мы увидел, засранец. I'm alone. Just me and Ted. He good group. Sure could pack a lot of folks in there. I'm alone. Типа я одна, что ли? I'm alone. Really? Yeah, I take care of myself. Well, I'm impressed. Ну, типа подвергать риску или говорить, типа, я со всеми, я не знаю. Ну, у него ствол. У тех тоже был шотган, типа, чё за дела? Типа, они его могли бум-бум-бум. Чё он так на телек пялит, я не понимаю. Он же выключенный. Мэн... Quiet girl. Bit taller than you. Big black guy. This big. Dead. And a pretty little pregnant lady. Да. I saw them. They're dead. Все поумирали. You saw who? Where? Down by the river the other порезали. Day. Walker's got them. I'm sorry. The river? You sure about that? Pretty sure. Well, no offense, but I guess that wasn't them. Because... Я не знаю, к чему сейчас мне этот разговор приведет, но чувствую к чему-то не очень хорошему. Хотя, может, он уйдет. Сейчас будет зыркать по всем комнатам. Ну, чувак, ты что творишь? Смотрите, какой взгляд у него хитрый такой. Злобный взгляд у него. Сейчас начнет грабить еще в ванну в нашу пошел без нашего разрешения. А, это на кухню? Все прям на кухню, офигеть. Такой, смотри, что там, поживиться есть, холодильника нету, да? Не бутербродов у вас, тарелки грязные, посуда. О, нож, типа, можно схватить его, быстро прыгнуть. Нет, я не знаю, в принципе, настолько она способна на это. Херарюс. Life. My just passing through. Going north.
whole lot of people headed that way lately. Me, I don't get it. There's just as much nothing up there as there is down here. Cold, and I can't stand that Yankee weather. The cold slows them down. Well, that's not worth the trade, in my opinion. Задумалась, типа, что он сказал. Эй, ты чё творишь, ублюдок? Where does this go? The he over me. In the drawer there. Here. Я хотела положить что-то. Ну, засранец. Надо было быстро схватить. Вот у него можно сзади из кобуры ствол вытащить, сзади, типа. А это ныкается. Kinda cozy. Чё он тут шастает? Мне надо дома смотреть, мне надо... Вали отсюда быстро, а? Сейчас я смотреть. Доктор. Ну, кто-то был, типа, тут сидели. Smug, son of a bitch. I don't care. I don't care. You know, you're really not very polite for a little girl. And you're not very типа, он все понял, он нас раскусил уже, конечно. Fair point. Хитрый мужичок. С пистолетом пришел тут такой. White's in trouble. Она наверх пошла. Three moves away from checkmate. Сейчас, небось, на второй этаж попрется. Не знаю, кто там ходит и скрипит на втором этаже. Опа, дверь закрылась. Услышал. Врешь, да? It's probably just the wind. Я не хочу иметь это самое проблемы, типа. Ствол взял такой. Он же её пристрелит сейчас. Хотя, не факт, не знаю, ребята. Что сейчас будет? Я волнуюсь, серьезно. Ладно, наверное, на таком эпическом моменте сделаем паузу. И если вы смотрите это видео абсолютно случайно, и оно вам понравилось, и хотите видеть больше таких роликов, оставить комментарий, ставьте большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал. С вами был я, Джесс. Это был The Walking Dead. Season 2, эпизод 2. Второй уже. Так что всем удачи, всем пока, народ. Давайте сразу же делаю вторую серию. Сразу же прям кликайте там, да, будет вторая серия. Переходите и досматривайте, чем же это все закончится. Давайте, пока.